Добрый день, добрый вечер, доброе утро, возможно, для кого-нибудь. С вами Виктор Батаков, руководитель маркетингового отдела компании Фукаидан Волт. Я думаю, что меня сейчас хорошо слышно. На доске вы видите сейчас, да, на своих дикторах, на мониторах видите название сегодняшней темы. Как сконцентрироваться на главном. И сегодня я уже слышал название «Черный четверг», может быть, «Веселый четверг», может быть, «Финансовый четверг». Да? Для многих партнеров компании, которые живут в Казахстане, которые живут в Киргизии тоже, да, то есть правительство приняло решение пустить, так сказать, тенге в свободное плавание, и, соответственно, курс резко изменился. Сегодня мы будем об этом говорить тоже, потому что это тоже важные вещи в бизнесе, в торговле, в заработках. Я думаю, что вы сейчас активно еще приглашаете в скайпе, приглашаете по телефону, стучите в стены, да, где у вас соседи рядом живут, которые тоже являются партнерами компании Фукаидан Волт. Некоторое время я буду говорить общие слова, потом перейдем к частностям, потому что достаточно много нового произошло, вот даже с тем, что изменился курс доллара. Да, курс доллара в Казахстане изменился, был, может быть, 197 за доллар, даже 180, сейчас больше, чем 250. Я в интернете уже видел новости, что компании, некоторые торговые, особенно связанные с валютным товаром, а ведь Фукаидан Волт распространяет, продает валютный продукт, то есть продукт, который покупается в Южной Корее, который вылавливается там в морях. Корейцы этим занимаются, японцы этим занимаются, технология. То есть это чисто валютный продукт. Естественно, это повлияет на цену в тенге. В долларах не повлияет, но в рублях, по всей видимости, сейчас не повлияет. Да? То есть есть такие изменения. Далее, сейчас 20 августа, 10 дней, 11 дней августа осталось. А ведь у нас действуют два промоушена. Сразу две акции действуют. Я покажу сейчас картинку с меню, где тут, чтобы вы видели говорящего. Правда, я сейчас сегодня не использую веб-камеру. Но вы увидите картинку меня, и я увижу. У меня интернет, возможно, хуже, чем у вас сейчас, потому что я в некотором движении, да, тоже в командировке, в путешествии. Но интернет позволяет в нужный момент выйти на вебинар, например. Потому что для меня сегодняшнее вот это время, до начала вебинара, оно является важнейшим на этой неделе. То есть для меня это было важно, да, как сконцентрироваться на главном, как это пропустить. Ведь кроме главного, вычленить это главное, ведь есть много важного происходит в нашей жизни. Есть еще куча неважных вещей, но они иногда такие, скажем, цепляют, да, то есть они сидят, ну, если человек голодный сегодня, сейчас, хочет есть, это его мучает, он об этом думает, то есть он не может ни о чем другом сконцентрироваться. То есть не может переключиться. Итак, вот вы на меня посмотрели. Я сейчас не в этих горах и не около этого дельфина, но где-то тоже недалеко, так скажем, да? Итак, я покажу сейчас вам основные картинки, которые еще вы видели неделю назад по промоушену. Потому что по промоушену действительно мы будем сегодня говорить много. Промоушен «Пригласить двоих за август» – это, на мой взгляд, важнейшее, что существует сейчас в бизнесе для большинства партнеров. Есть еще один промоушен «Жаркое лето», по итогам которого, по итогам трех месяцев, лучшие, да, самые лидеры с самым большим сбалансированным товарооборотом, то есть не с одной веточкой, но как минимум с двумя веточками, да, товарооборот 40 тысяч баллов, 30 тысяч баллов, 20 тысяч баллов, премируется. И эти лидеры имеют возможность поехать вместе с администрацией, с руководством компании в Турцию в начале октября.
То есть почему выбрана Турция, это понятно, потому что там еще будет такое не очень жаркое лето, плюс 30 градусов где-то, можно купаться, там есть море, Средиземное море, там есть много хороших мест, гостиницы, сервис. Это относительно недалеко, все мы туда доезжаем, долетаем. В помощь этому и создан промоушен «Пригласи двух партнеров». Если будут какие-то вопросы по ходу того, что я говорю, возможно, вы пишите в чат, да? Но я читать их особенно не буду отвлекаться. В конце сегодняшнего вебинара, минут 40-50, мы поговорим о самом важном. Я прочитаю эти вопросы, отвечу на них. Я знаю, что когда происходит что-то резкое, то, что влияет на всех, это сильно, действительно сильно занимает голову. В 1998 году я был в сетевой компании, работали серьезно, да, это был август, это в России тогда было, да, в российский знаменитый черный вторник, когда курс доллара изменился не на десятки процентов, а практически почти сразу в 4-5 раз. За один день в 4-5 раз то, что стоило 6 рублей, стало стоить 25 рублей, 20 рублей, да, потом до 30 рублей дошло. То есть в 4-5 раз изменился курс. Я помню, в сетевой компании действительно мы все это переживали, так сказать, упал резко валютный товарооборот и так далее, и так далее. Упали чеки, но сейчас то, что происходит в Казахстане, достаточно плановый, регулируемый, да, изменение курса валют на 30, там, на 40%, возможно, вернется куда-то назад. Что делать сегодня сетевикам, что делать компании? Первое объявление важное, да, то есть все, кто должны были прийти уже здесь, и вы меня слышите. Первое важное объявление. Компания установила жесткий курс стоимости одной коробки своей в тенге на сегодня, четверг, на завтра, пятницу, на послезавтра, субботу и на послепослезавтра, воскресенье. То есть вот эти 4 дня цена будет такой же, как была вчера, позавчера, приблизительно 26 500 тенге. 26 500. Запишите, пожалуйста, кто-нибудь эту цифру в чат, чтобы я увидел, что меня слышно, что есть обратная связь, что все у нас хорошо. Что 26 500 на остатки этой недели, да, на сегодня и 3 дня, эта цифра зафиксирована. Да? Спасибо, Юлия. Видим. Вот эта цена. То есть, те люди, которые покупали продукт вчера, позавчера, и эти деньги еще не были отправлены в компанию, то они, естественно, могут спокойно быть спокойными, да, их спонсоры и центры, принявшие эти деньги. Сейчас надо, конечно, быстро переправлять все в нужное место, в компанию, пересылать, да, то есть по 26 500 всю эту неделю. Это хорошая новость. То есть компания не закрывает сайт, как делают другие, компания не дергается, говоря, у нас технические какие-то там проблемы якобы возникли на сайте, да, или еще что-то, компания не говорит, что до выяснения, когда кто-то там чего-то кому-то выяснит. Компания знает, что делает. На этой неделе курс 26 500, да? Я говорю не по датам, а по дням недели. Если сегодня у нас 20, значит 21, 22, 23, да, по 23. В понедельник до 12:00 по алматинскому времени, по времени Астаны, в офисе компании у финансового директора Татьяны Куриленко должны лежать все отчеты в бумажном уже виде, распечатанные, да, соответственно, они должны быть присланы всеми видами почты, электронной почты, глубинной почты, хоть с курьером, это не так важно. Ну, мы знаем, что в основном сейчас в ходу электронная почта, да? То есть должны быть присланы все отчеты, сколько людей купило продукт за 26 500, да? Все эти списки. И, соответственно, в понедельник-вторник деньги должны быть отправлены. Не позднее вторника, да? Вторник – последний день, когда принимаются деньги по 26 500 тенге за коробку Фукаидана. Это, по-моему, очень хорошая новость. Это делает стабильность, да, уверенность в сетях и,
Я знаю, что многие сейчас подумали, так я же могу прямо сегодня и даже завтра подписать человека за 26 500, несмотря на то, что курс доллара куда-то ушел наверх, несмотря на то, что у всех паника, несмотря, ну, у других, не у нас, несмотря на то, что это товар валютный, то есть компания берет удар на себя. Компания Pukaidan World, сегодня было совещание, вот обсуждали на самом высоком уровне, президент компании Виктор Николаевич Куриленко принял окончательное решение по цифре 26 500 на ближайшие несколько дней. То есть это хорошо. Это значит, что вы можете идти к друзьям, соседям, родственникам, даже к себе обратиться и себя успокоить. Что вот эти дни все по плану. Знаете, это как видеть будущее. Недалеко, на несколько дней, но видеть его. То есть вы можете завтра, послезавтра, на выходные, да, вы можете сказать человеку, что он может купить продукт компании по старому курсу, по старой цене, вот эти дни. Я знаю, что очень многие люди получают такую возможность, активизируются. Это люди, настроенные как-то, направленные на бизнес, да, это их возможность. К теме сегодняшнего вебинара, что главное? Главное сейчас сконцентрироваться и отправить себя на работу. И то, что поменялся курс в Казахстане, скажем, доллара, но то, что компания продает в ближайшие дни по старому курсу, дает возможность сейчас сконцентрироваться и очень-очень быстро сделать некоторый финиш по итогам воскресенья. Не финиш месяца, а финиш вот старой цены, да, 26 500 по старой цене. И люди соглашаются, им удобнее, им проще, они могут купить две коробки, пять коробок даже, да? Но самое важное может быть, что они могут принять решение быть партнерами компании в этот момент, потому что есть дополнительный стимул вам об этом быстро рассказать. То есть вы рассказываете своим знакомым, списку знакомых, да, о том, что есть возможность, старая цена существует. И учите их этому же, чтобы они вот эти дни рассказывали, что есть компания, которая продает сейчас по старой цене, берет на себя этот удар. Для компании немножечко, скажем так, чем больше людей купит по старой цене, тем больше у компании от этого впрямую, чисто финансово, будет убытков. Финансовые будут убытки, это надо понимать. Но так как компания сетевая, так как компания смотрит в будущее, то компания таким образом немножечко стимулирует, как бы за счет доплачивая за каждого входящего сейчас, за эту уверенность, за эту мощь, да, инвестирует как бы в каждого человека. Компания хочет, чтобы больше людей появилось, чтобы появились люди, которые появились именно сейчас. Вот вы взяли и именно сейчас пригласили два человека. Пригласили этого самого первого и пригласили второго. Возможно, еще лучше, пригласите третьего. Если вы умеете работать персонально, да, серьезно, персонально использовать ситуацию, но четырех пригласите, хуже не будет. Потому что сейчас люди с большим энтузиазмом будут приходить в надежные компании, которые во время перемен показывают себя лучшим образом, которые умеют работать быстро, подстраиваться. Да, с понедельника будет другая цена на коробку Фукаэдана. И компания разошлет специальное письмо в понедельник, может быть, ближе к вечеру. Будет информация на сайте компании о том, какая будет цена на коробку. И, конечно, это будет выше. То есть, может быть, не 36 тысяч, не 35, может быть, 33, 32. В любом случае, сейчас мы об этом гадать не будем, потому что влияет рынок, влияет все эти центробанки, да, валюты, паника, спекулянты. Посмотрим. Но 4 дня можно отработать так, как никогда в жизни не работали. Особенно это касается новичков, потому что новички еще никогда в жизни не работали в сетевой компании на хороший финиш с прекрасными, сложившимися, уникальными условиями для того, чтобы этот человек, которого позвали вторым, тоже может выполнять промоушен. Что такое промоушен? Дополнительные деньги. Вы получите дополнительные деньги, дополнительное денежное вознаграждение. Раскручивайте себя, раскручивайте других. Я считаю, что главное сейчас, во многом главное, это сконцентрироваться на чем-то простом и делать это простое.
используя сложившуюся ситуацию. А сложилась ситуация такая, что люди с удовольствием будут приобретать валютный продукт по старой цене. Всегда так. Я общался недавно с человеком, ну как это было недавно, где-то может быть в марте, да, этого года. У меня много контактов в России, конечно же, и в Москве. И я человеку говорю, что ну вот в декабре была же паника, в декабре 2014 года в России паника, народ скупал на рубли все, что было в магазинах, все, что стояло по старым ценникам, потому что менялся курс. Он менялся, кстати, достаточно плавно. Некоторые магазины держали старую рублевую стоимость, даже на автомобили, на телевизоры, на холодильники и так далее. Я говорю, люди же скупали все это, потому что паника. А те люди, которые продавали, грамотно думая, что они делают, они очень хорошо выиграли. Они много продали товаров в эти декабрьские дни тогда в России. И вот мой собеседник мне отвечает, да, 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 знаю, я купил 3 телевизора с большой диагональю и еще что-то там назвал мне. Я думаю, да, понятно. Человек таким образом проинвестировал свои рубли в ненужное. Ну, 3 телевизора реально человеку не нужно, да? Вот. Потом он мучился, продавал их со скидками. Но в любом случае, Фукаидан, это очень нужно. Это настолько нужная штука, я сейчас покажу вам, скажем, цепочку слайдов, связанных с процессом извлечения фукаидана из буры водоросли. Я не буду много про это говорить, просто мы встречаемся раз в неделю на этих вебинарах. И пускай вы видите эти картинки, возможно, они будут в записи, то есть, чтобы было насыщение такой информации. Эта водоросль росла миллионы лет, фукаидан был в ней, да, употребляли раньше практически только, ну, некоторые, не хочу говорить избранные народы, те, что жили около моря, которые имели культуру употребления морских продуктов, вот такую водоросль они употребляли в пищу, причем работала она только там, где ее в сыром виде, да, в сыром виде употребляли, там, где варили. Куда делать? Сейчас я верну, не волнуйтесь. Там, где варили водоросль, там разрушался фукаидан, и, соответственно, в тех местах, на тех островах люди, например, больше болели. Тот же рак, да? Считается, болезнь такая знаковая, как бы. Потеря иммунитета населения, плохое питание, все на свете, в итоге все больше и больше раковых заболеваний. Но если употреблять продукты с фукаиданом, то этого будет все меньше, меньше и меньше, вплоть до полной остановки. Да? Естественно, что только фукаидан не может остановить все, но очень много может остановить. Итак, его собирают, контролируют и так далее. Это валютный товар. И это не тот товар, который не нужен. Когда люди покупают 14 холодильников, да, вот сейчас, и потом где-то думают, что с ними делать. Если сейчас зарегистрироваться, пригласить новичка, который купит продукцию компании Fukuidan World, единственный эксклюзивный распространитель нашей компании на наших рынках этого товара, этого продукта. Буквально на прошлой неделе президент компании Виктор Николаевич был в Сеуле, был около недели, встречался с президентом, смотрел, с президентом производителя, да, смотрел на все эти заводы, подписывал договора. Потрясающие новости существуют. Замечательные новости. То есть компания-производитель дает товара нам с вами, да, как эксклюзивному продавцу, как товарный кредит, скажем так, это на нашем языке это называется, на миллион долларов. В продаже, конечно, это будет еще больше, да, потому что будет та самая наценка, будет те самые розничная цена, благодаря которой все это двигается, продается, и есть бонусы, есть выплаты. То есть несколько миллионов долларов товарооборота сейчас проспонсировал производитель. Да, товар валютный, но это товар, который несет здоровье и который несет заработок. Поэтому ходите сейчас среди людей, рассказывайте им, куда бы им сконцентрироваться, что они могут 140
долларов по старым долларам, да, куда истратить, на коробочку. Может быть, две коробочки купят. Может быть, маме, папе тоже купят, зарегистрируются. Может быть, выполнят промоушен, пригласит двоих. Это хорошо. 4 дня таких возможностей, 3,5. Поэтому концентрируйтесь на выполнении промоушена, пригласить двоих. Концентрируйтесь на том, что сейчас старая цена, какая будет новая на следующей неделе. Сегодня не знает никто, мы даже голову себе никто и не забивает. Понятно, что она будет где-то там за 30 тысяч рублей за коробку. А сейчас 26 тысяч 500. То есть рост цены составит там 20, 30, 40%. А посмотрим, какой будет рынок, какая будет валюта, какой будет доллар. Да? Все это действительно сильно влияет. Но 4 дня без вот этого влияния. Подарок от компании. Пригласи двоих. Итак, я вижу, что вы довольны. Я вижу, что присутствующие на вебинаре уже думают, как бы, где, что, как бы быстрее собрать. Так, 26 500, 10 раз 10 коробок, это сколько? 26 500 и еще нолик. 100 коробок, это сколько? 100 коробок, это будет 26 500 и еще 2 нолика. Так, надо концентрироваться на главном. Можно покупать продукт, можно растить свою сеть и, соответственно, можно выполнить промоушен. Давайте я покажу вам промоушен «Жаркое лето». Для кого-то сейчас это очень и очень актуально, потому что, возможно, вы близки к тому, чтобы его выполнить. Ведь, как вы помните, на слайде, да, с условиями промоушена, поехать в эту Турцию, на отдых, на семинар, да, на встречу с руководством, знакомство. Это действительно важно. В бизнесе не все понимают, я расскажу. В бизнесе существуют такие, ну, как бы специальные стратегии, специальное обучение. Например, тот или иной заметный, известный человек в мире вдруг начинает продавать ужин с собой или обед с собой. Вы слышали такие истории? Голливудские звезды, тот же Киосаки, по-моему, да? Кто там еще? Политики часто продают ужин с собой. То есть платишь деньги 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, да, приходишь на ужин и поел вроде бы обычную еду, которую человек, заплативший 200 тысяч долларов, он может себя накормить чем угодно, мы понимаем. То есть он платит за то, что он провел один ужин в жизни с человеком, которого он уважает. Либо ради фотографии, ради видео, которое будет сделано. Смотрите, это мой знакомый, да, вот там Киосаки, или ну кто там, премьер Англии, да, бывший президент Америки или Франции, или вот этот там поднял всех на борьбу и теперь ужин организует с собой. Вы слышали такое? То есть быть в определенном кругу, быть в тусовке, это уже может приносить деньги, если правильно это дело использовать. Иметь знакомство, быть на определенном, ну не на короткой ноге, не близкий, скажем, контакт, но все-таки иметь даже фотографии, видео, разговоры, которые вы провели с президентом компании, с руководством компании, с администрацией, друг с другом познакомиться. То есть эта поездка турецкая, это очень и очень важно, эта поездка в Турцию. Буквально через полтора месяца мы уже и взлетаем, да, полетим через полтора месяца туда. Кто же это сделает? Здесь написано на слайде, видите, надо 40 тысяч баллов набрать за 3 месяца. Можно 30 тысяч баллов набрать и доплатить немножко, да, остальное заплатит компания. Можно 20 тысяч баллов, 15 тысяч баллов. Компания определила сейчас, что круг людей по итогам лета будет достаточно небольшим. Мы видим это, да? Будет достаточно небольшим, и буквально 1, 2, 3 числа сентября будет решено, кто едет в это жаркое лето по итогам промоушена. Но так как мы, вы знаете уже, да, немножко перенесли дату отлета, отлет будет в первой декаде октября. Это сделано для того, первично даты были объявлены, что полет будет 20 примерно сентября.
Но нельзя в сентябре, в конце, всему руководству улетать, так скажем, отдыхать, загорать, наслаждаться жизнью. Кто ж тогда войска поведет в бой? Кто же будет рассказывать дистрибьюторам, как финишировать, как работать? То есть в конце месяца нельзя отдыхать, да, это не то время. Поэтому поездка перенеслась на начало октября, и у нас еще будет целый месяц сентябрь, в который, возможно, будут какие-то добавлены еще несколько человек по итогам сентября, чтобы новички могли попасть. Возможно, будут итоги 2 месяцев, август, сентябрь, да, посмотрим. Если же сейчас произойдет такой великолепный финиш, что все около 20 мест, кстати, я еще не сказал, около 20 мест для сети забронировано сейчас в Турцию. Около 20 человек. То есть это и много, это топ-20, это и мало. Это всего 20 человек. Плюс от администрации будет человек 6-8, ну примерно один школьный класс набирается. Один школьный класс, чтобы все понимали, вот как это. Вот такой коллектив. В октябре вы узнаете в деталях, в подробностях, там первые лидеры узнают о новом маркетинг-плане компании. Там же лидеры более подробно узнают о новых продуктах компании. Сейчас уже эксклюзив, вот то, что Виктор Николаевич привез из Сеула информацию, да? Порядка 18 продуктов компания будет иметь эксклюзивные права на продажу на территории Казахстана, России, порядка 6 стран, да? 18 продуктов на основе Фукуидана. Здорово, много, хорошо, да? И с некоторыми продуктами ближе можно будет познакомиться как раз-таки лидером, вот те 20 человек. Может быть, 22 человека. Знаете, я когда-то играл в футбол, знаю, что 22 делится ровно по 11. 11 плюс 11. Можно создать две команды дистрибьюторские и поиграть в футбол. Так как я знаю, что у нас в основном дамы, да, в лидерах, и все они в прекрасной физической форме, молоды, красивы, употребляют фукоидан, то самое то футбол, да? Прямо наш национальный вид спорта, фукоидановский. Ну, посмотрим, может быть, заменим чем-то другим. 11 на 11, ну, порядка 20 человек будет. То есть, это та тусовка, это та группа людей, которые себя сами сейчас выберут и назначат в лидеры. И компания постарается сделать такую возможность, чтобы вы могли, любой человек, даже относительно новичок, мог себя назначить на то, чтобы иметь право поехать туда, в Турцию. Да, за свой счет большинству придется поехать в том плане, что ну, не успевают новички выполнять там 40 тысяч, 30 тысяч баллов, да, не успевают, потому что только завтра вы им расскажете. Только завтра расскажете. Но в то же самое время скажите им, пускай они работают. Компания будет смотреть, кто работает хорошо, кто хочет поехать в Турцию, кто вышел на менеджера, кто готов заплатить. Порядка 1500 долларов стоит эта поездка. 1500, да? Но сейчас меняется курс, и что-то такое вот прыгающее получается для жителей Казахстана. Но в любом случае, я не думаю, что турки, отели турецкие, да, будут входить в положение наше и говорить, о, да, мы знаем, Назарбаев поменял, да, или Центробанк поменял, или там на решении где-то таможенного союза, да, совета что-то было принято. Нет. Там есть свои ценники. Поэтому порядка 1500 долларов стоит такая поездка. Готовьте эти деньги. Мест очень мало, потому что лидеры едут за счет компании и очень довольны. Те лидеры, которые доплачивают частично, они тоже очень довольны. Но я вижу так, что несколько мест будет для менеджеров, либо мы сделаем еще какой-то дополнительный мини-промоушен в начале сентября, чтобы набрать хорошую команду. Вот на это нужно концентрироваться. Уходя в бизнес, погружая себя в бизнес-задачи, в бизнес-заботы, нужно понять, что здесь есть сегодня важного. Действует промоушен «Жаркое лето» так, каждый должен концентрироваться.
Могу, не могу, хочу, не хочу, получается, не получается, да? Очень важно хочу, не хочу. Потому что когда человек говорит хочу и начинает делать, то оказывается, что он может. Я уверяю вас, любой, кто меня сейчас слышит или в записи в ближайшие дни, или кому вы расскажете, любой человек, любой, но не каждый, любой сможет быть в этой поездке через полтора месяца с администрацией компании и с лидерами. Любой может. Но большинство, вот из этих вот каждый, большинство сейчас для себя решили, не поеду. Они для себя сказали, может быть, не вслух, ой, я не поеду, я никогда никуда не еду, у меня никогда ничего не получается, я никогда не был первым, я никогда не был лидером, я никогда не зарабатывал. А что ты здесь делаешь-то, если говорить о бизнесе? Попробовать зарабатывать очень сложно. Нужно выбирать, либо зарабатывать, либо нет. И в этом, на этом пути, либо зарабатывать, либо нет, получается, что мы сейчас, компания, предложила для вас некий тест. Для тех вот новичков. А тест в виде промоушена на август 2015. Пригласи двоих. Будь активным, естественно, пригласи двух новичков. Все. Это очень несложный труд для человека, который к чему-то стремится. Хотя я знаю, что это сложно пригласить двоих. Очень сложно. Одного пригласить, и то сложно. А двоих так совсем сложно, но у нас есть эмоциональный подъем. Возможно, у вас есть желание, да, быть в турецкой команде, в той команде, которая поедет в Турцию, быть ближе к администрации, быть ближе к лидерам, уже войти, лидершип, да, иногда такой американский термин, команда лидеров, корабль. То есть очень возможно, что вот порядка 30 человек, мы все в А Анталия, или где мы будем, в Турции, да, компания купит на денечек корабль, водрузим там нужные флаги, и вот он, лидерский корабль в натуре, фотографии, видео, вы там присутствуете, каждый может быть. Но нужно целиться и стремиться пригласить двоих. Вот это самое-самое важное сегодня, потому что это очень простое. И дальше все делится по этапам. Например, лидер. Меня слушает сейчас много лидеров. Не так давно, где-то год назад, у меня была беседа с человеком, говорит, я лидер, я выполнил промоушен, выполню промоушен последним. Я говорю, почему? Он говорит, а я всем хочу так показать, что я лидер. И объявляет это вслух. Молодой парень, ему там меньше 20 лет было. Ну, я тогда не мог ему сказать, ты не лидер, ты дурак, настоящий дурак, просто. Но нашел перед кем выпендриваться. Ну, здесь же не мальчики, девочки друг перед другом хвостами крутят. Это серьезные дела. Если ты лидер, ты делаешь это первым. Это твой, судьба у тебя такая. Ты стараешься это делать первым. Ты объявляешь, что ты это будешь делать. Может не получиться, но все видят, что ты стараешься, все видят, что ты объявил, все видят, что ты делаешь какие-то звонки, приглашения, говоришь людям. Вот тогда ты лидер. А не когда ты это делаешь последним, чтобы понравиться кому-то там, потому что такой петушиный стиль ведения, да, себя, показать себя. Нет, лидеры делают первыми, и они озвучивают это, потому что лидер не должен быть сильно скромным человеком в таком плане. Он должен помогать другим. Выполнил и озвучил. Сказал, я уже пригласил человека. Половину выполнил промоушен. Слушайте все в моей команде. Все, кто меня слышит, я уже одного человека пригласил. Он не хвастается. Он оповещает тех, что он это делает. Что он такой же, как любой новичок, которому мы призываем выполнить промоушен, пригласить двоих. Тем более компания зафиксировала цены на сегодня, завтра, послезавтра, послепослезавтра, то есть по 23 августа включительно, в Казахстане 26 500 тенге. Старая цена валютная, старая. Если вы переведете, сколько это сегодня в долларах, вы удивитесь и побежите покупать. Сделайте так же, да, другим, пусть они удивятся и покупают. То есть лидер озвучивает. Новичок, да, он получает вот эту озвучку от меня, от компании, с сайта, где-то из писем от лидеров.
И он выполняет. Может быть, он не очень понимает, зачем это ему нужно. Скажите ему, и я это говорю. Нужно делать то, что ведет к успеху. Нужно делать то, что ведет к заработку. Ведь когда ты пришел в сетевой маркетинг и хочешь, чтобы у тебя была структура, группа людей, чтобы там были сотни, тысячи покупателей, нужно с чего-то начинать. Нужно пригласить первого человека, пригласить второго. Минимум два человека приглашенных, минимум, дает потенциал на зарплату, на огромную. То есть там начинается если. Если оба из них создадут, оба этих человека сделают ветки, сделают свои структуры, у вас будет две структуры, и вы будете получать по бонусу бесконечности деньги, до бесконечной глубины огромные деньги с двух структур, более-менее равномерных, да? Ну, как получится, но две работающие структуры уже принесут вам деньги. То есть этот промоушен, пригласи двоих, он просто говорит, сделай тот минимум, который уже может принести деньги. Гарантии нет, но это сделать надо, потому что если ты этого не сделаешь, денег точно не будет. Вот. А, я вижу, да. Вот пишет мне Батима Нурханова. Команда города Атырау этот промоушен считает переписью населения. Виктора Николаевича просим поддержать прежнюю команду. Почему прежнюю? У нас, насколько я знаю, прежних команд нет. Все команды настоящие, в сегодняшнем дне, да? А многие, которые придут, в будущем разовьют свои большие команды. Про перепись населения. Знаете, я уже 22 года в сетевом маркетинге. И я знаю, что сетевой маркетинг на наших землях, да, на бывшего СССР, пространстве где-то начался в 91-м году все-таки, да, то есть первые пришли компании. Где-то в 91-м, 92-м вообще-то, если уж точно говорить, уже развернулось. А я пришел в сетевой маркетинг в 1993 году. То есть 25 лет практически миллионы людей работают, знаете, еще не всех переписали. Все вместе взятые компании, еще даже не подписали половину населения. Можете уточнять, да? Половина населения никогда не были никакими дистрибьюторами. Они иногда сейчас покупают у компании, да, у соседей своих, да, у дистрибьюторов. Но половина населения не подписана, никогда не была. Поэтому за оставшиеся 10 дней августа 2015 переписать население, я бы очень хотел, чтобы вы это сделали. Но нужно, чтобы эти люди были, понятное дело, адекватными. То есть они сами подписываются, понимаете? Сами записываются. Да, это запись населения. Все желающие, которые хотят войти в компанию Fukuidan Wall, сейчас созданы идеальные условия. Записывайтесь. Сколько запишет человек? 1000, 2000, 12 000. Пожалуйста. Есть вакантные места, есть продукт, корейский производитель уже там под парами все держит, уже водоросль вытащили, сушат и так далее, все есть. Записывайтесь все. Все. Действительно так. Но мы понимаем, что годы и годы будет действовать компания, и дай бог, чтобы через годы и годы было в компании, скажем, миллион дистрибьюторов. А население обо всем речь не идет, тем более, что компания обязательно уйдет по таможенному союзу, да, в Россию пойдет, в Беларусь, ну, в общем-то, 200 миллионов рынок населения, да, одного из 200 подписать, это вообще задача великолепная, да, это великий успех. Лучшие компании, которые есть на нашем рынке, имеют вот под миллион, скажем, дистрибьюторов, они это делают 20 лет. Поэтому действуйте. Особенно команда города Атырау, да? Мы на вас, я очень пристально буду на вас смотреть, просить Татьяну Викторовну мне рассказывать, потому что она лучше знает, где какая команда, где откуда, откуда пришли деньги, кто купил, да? Вот, попрошу Курлайну Рикешевну мне что-то еще рассказать про город Атырау. Как у вас получилось найти много-много желающих купить великолепный продукт? Я только за. И, кстати, большие деньги будут заплачены компанией тем людям, которые это сделают. Итак, пригласить двоих.
Это промоушен действует еще 11 дней. В ближайшие 4 дня по старой цене. То есть все сложилось. Итак, давайте еще раз посмотрим, как у нас называлась тема. Я вижу, кто-то подошел попозже. Тема сегодняшнего вебинара. Да? У меня медленный интернет, но я думаю, что у вас быстрый интернет, и все вы слышите, и все вы видите. Вот появляется сейчас картинка, да, как сконцентрироваться на главном. И вы помните, посмотрите на своей почте. Кстати, очень важно сейчас начинать активно использовать интернет для себя, для получения информации от компании, для получения важной информации. Есть сайт компании, там официоз, есть ваша почта, куда приходит рассылка от компании. Есть социальные сети, где больше информации. Но самое важное, сейчас мы будем писать на сайте, то есть это будет там обязательно. Как бы появилась новостная лента, вы знаете, да? Новостная лента в компании. Вернее, она и была, но сейчас там есть слово «новости», то есть это значит, новости там печатаются. И 17 числа, 3 дня назад, компания разослала всем письмо, все его получили. И мы понимаем, что не все открывают почту, но половина, может быть, 30%, да, компаний-дистрибьюторов открыли свои почтовые ящики, увидели там письмо 17 числа, 3 дня назад. И очень важно читать. Денежное вознаграждение дополнительно за август написано. Для себя посмотрите. Хочу, не хочу, надо, не надо. Хочу, не хочу, надо, не надо. Лидер говорит, хочу, это же денежно, хочу, чтобы в моей группе 100 человек вот этого захотели. Пускай они получат свое небольшое относительно вознаграждение. Кстати, здесь речь идет о 17 долларах. Я сейчас не готов сказать, что это будет, по какому курсу эти 17 долларов будут. Да? Потому что в любом случае августовское вознаграждение будет выплачиваться в тенге. Да, сейчас доллара в Казахстане нет, скажем так, его временно он спрятался, да, будет выплачиваться в тенге, это деньги, да, и, соответственно, а по какому курсу вот эти 17 долларов, то есть по курсу первых 3 недель торговли или по курсу последней недели торговли или по какому-то промежуточному. Итак, дополнительные деньги, в любом случае это дополнительные деньги. Мы сегодня с семьей сидели в ресторанчике, ну такой вот как бы то, что ланч называется, не совсем обед и уже не завтрак, да, очень видно, это дорогой ресторан, Европа, кстати говоря, да, вот, дорогой ресторан, туристическое место на высоте, там на крыше здания, да, и примерно в эти деньги получилось вот такой обед на троих. Ну, чуть-чуть дороже, честно говоря. Чуть-чуть дороже, да? Но примерно вот сравнимые деньги. Сравнимые деньги. И мы взяли там рыбу, что считается дорого, да? У меня, я взял котлету по-киевски, представляете? Нормально. Я ее так узнал в меню, думаю, вот хочу перед вебинаром. Ну, и ребенок у нас взял сладкое, взял там мороженое с тортиком. Да? Вот, то есть, это такой маленький банкетик компания дарит тому, кто пригласил двоих. Но здесь есть еще важная информация. Я сейчас открыл текст рассылки 17 числа, где написано, что выполнившие, кто хочет, чтобы вас написали на сайте, поздравили на сайте компании, пришлите информацию о том, что вы выполнили. Есть email, куда нужно прислать эту информацию. info@fukuidan-world.com, да? Это у вас есть. По-моему, мало кто читает внимательно тексты, потому что это важно, это деньги, это документ. И если бы мне, вот в бытность, я пришел в новую компанию, я говорю, я хочу здесь зарабатывать, да? И мне приходит письмо, слушай, пригласи двоих, быстренько напиши в компанию, что ты пригласил. Ты даже можешь видео послать, можешь свое фото послать, свой текст послать. Ты будешь, ну, на сайте компания выделит какое-то место, и тебя там, Виктор Батаков, пропишут. Не ради славы, а ради инструмента. Я потом буду показывать эту страничку всем, говорю, смотрите, я крутой, я на сайте компании, я вот в августе выполнил промоушен, давайте работать, со мной работать хорошо и так далее. Нормально. То есть это инструмент. Это из той же области, чтобы провести ужин с, ну, каким-нибудь там Киосаки, да?
Ну, может быть, без слов каким-нибудь, просто с Робертом Киосаки. Или с Жаклин Кеннеди, да? Или с Юрием Гагарином. Вот была бы у вас фотография с Юрием Гагарином, первый космонавт на планете. Ого! Круто! Я, кстати, опять-таки, буквально вчера, когда в музее восковых фигур увидел там и Путина, и Медведева, да, между ними встал, сфотографировался. Ну, восковые они были, понятно. Но я с ними сфотографировался. Это для прикола. А с живыми людьми в реале это серьезно. То есть на сайте компании будут размещены лучшие августа, пригласившие двоих, пославшие письмо с того имейла, на котором вы зарегистрированы в компании. Это важная информация, это очень важная информация. Ведь на этом нужно концентрироваться. Это главное, может быть, сейчас. Быстро выполнить, послать письмо, получить инструмент в свои руки. С этим инструментом в сентябре, октябре и так далее вам легче будет работать. Люди, вами приглашенные, будут показывать на сайте компании, смотри, вот он меня пригласил, он уважаемый человек, он на сайте компании, он выполнил промоушен. А знаешь, кто я такой? Я 50% этого промоушена. Потому что он пригласил меня и еще кого-то, да? То есть в любом случае это инструмент, можно об этом поговорить, есть о чем поговорить, здорово. Если есть вопросы, задавайте сейчас, потому что моя тема на сегодня, я ее заканчиваю. Как вы видите, я в основном говорю о том, что существует промоушен на Турцию. 20 человек компания хочет найти лучших, да? Лучших по товарообороту, по работе лета и лучших по желанию. Вы видите, что на сайте компании и на том же самом, ну, слайдике, да, написано, что даже менеджер, изъявивший желание по итогам лета, да, менеджер, то есть это очень небольшой товарооборот. Менеджер компании может присутствовать, уже поехать, правда, за свой счет, но это, знаете, просто хорошая возможность. Столько стоит хорошее путешествие. Компания сейчас выбирает примерно, турагенты дали, по-моему, 7, 6, 7 или 8 отелей. Компания смотрит на эти отели, сейчас вот выбирает, есть время, где лучше, где ближе, может быть, к какому-то другому месту, где песочек или горы, что мы выберем. Ну, какое питание, сколько там звезд, 5, 6, 7. И так далее, да, насколько нас ждут, в каком стиле оформлен отель, какие конференц-залы есть, подогреваемый бассейн существует или нет, потому что все-таки многие любят погорячее, да, и так далее, и так далее. Хотя, с другой стороны, если сделать слишком хорошие условия для отдыха, работать будет сложно, поэтому надо выбирать какой-то промежуточный момент. Про вопросы. Я еще раз повторюсь. Значит, на 3 ближайших дня зафиксирован курс 26 500 тенге за коробку, да? То есть в долларах компания продает все очень дешево. С понедельника, с 24 числа августа, будет объявлен новый курс, новая цена. Может быть, на несколько дней, может быть, на неделю до конца августа, да? То есть это уже зависит от валютной ситуации. Компания будет сглаживать удар. Не максимально выставлять стоимость, но компания и не может, в общем-то, делать себе слишком большие убытки сейчас, потому что это неправильно, да? Неправильно, если сеть будет жировать, а компания будет умирать. Нужно, чтобы все были так, чтобы всем было хорошо, да? В деньгах тоже. Два промоушена существует. Любой желающий может попасть в Турцию. Я вам говорю ответственно, да? Билет стоит 1500 долларов, выполнить менеджера. Все, сейчас так. Если компания не доберет 1-2 человека до 20, не страшно, поедет меньше. Если у нас будет все-таки решение позвать еще кого-то, в начале сентября объявим, какие нужно выполнить условия. Но они будут тоже, конечно же, лидерскими, да, тоже заметными за сентябрь. И несколько слов по теме, то, что было заявлено. Главное – это то, что самое-самое главное в данный момент для человека. Мы про это не говорим, потому что у нас тренинг о бизнесе. Поэтому мы не говорим о том, ведь для кого-то важно здоровье, свое, родители,
дети, там, может быть, свадьба у кого-то, да? О каком бизнесе речь, о каком августе? Это трудно сконцентрироваться. У человека свадьба. Вот. Этот момент будет главным у него. Но когда мы все остальное отбрасываем и говорим о бизнесе, и говорим о том, что есть продукт, есть его свойства, нужно употреблять, нужно делать список знакомых, а есть промоушен, пригласить двоих в августе, есть промоушен на Турцию, да, то самое главное – это определиться со своими желаниями. Хочешь ли ты зарабатывать, допустим, 8 тысяч долларов в месяц? Такая разумная цифра, потому что уже сегодня лидеры компании зарабатывают, ну, больше половины от этой суммы. Да? 4-5 тысяч были заработки уже в долларах. Я называю 8, чтобы все туда тянулись. Да? Итак, 8. Хочешь, не хочешь? Если хочешь, вот если хочешь, тогда главное для тебя – выполнение промоушенов. Потому что они помогают тебе создавать сеть. Ты пригласил человека, у тебя есть один человек. Если он выполнил промоушен, пригласил двоих, то у тебя стало три человека. То есть компания таким образом протягивает руку помощи. А у тебя стало три, может быть, за 2-3 дня до конца периода еще кто-то выполнит промоушен. У тебя будет еще четыре новых человека, да? Запросто. Поэтому концентрируйтесь на выполнении августовского, пригласить двоих, пишите по почте в компанию, что вы выполнили. Если там будет ваша фотография или видеоотчет, или еще что-то, вы напишите, вот эти два человека, которые купили у меня, что-то про них, один из них, ну не знаю, там на селе работает, другой из них инженер, да, а я, и оба они у меня не родственники, представляете, вообще не родня, они это сделали. И такие истории будут на сайте, эти истории будут помогать всем, но очень сильно будут помогать именно вам, потому что это ваше становление, ваша команда. И с теми 20 людьми, которые все очень хорошо понимают и действуют, мы увидимся, познакомимся уже близко в Турции, да, через 1,5 месяца. Итак, вопросов я не вижу дополнительных. Я надеюсь, что меня слышно хорошо. Напишите кто-нибудь что-нибудь, да, чтобы я понял, что меня было слышно последние 20-30 минут, что я не говорил сам с собой. Я очень рад, что в этот тяжелый такой интересный четверг мы все понимаем, что островок стабильности, островок надежности в этом море, да, бушующем, валютном и прочем, это фукоидановый такой островок. Это уже не просто водоросли и бизнес. Это надежная компания, которая думает и заботится о своих партнерах, о дистрибьюторах, о клиентах, и которая предлагает вам самое лучшее, что сегодня существует. И бизнес-решения, и товарные решения. Итак, спасибо всем, кто сегодня был, кто меня слышал. Мы обязательно встречаемся ровно через неделю на вебинаре. Я очень надеюсь, что кто-то меня услышал, и на сайте компании уже будут ваши истории о том, как вам хорошо, как вы работаете в компании, употребляете продукт, пригласили двух людей, вот вы в списках, да? Вы лучшие. Вот. Батима ответом не удовлетворена. Ну, знаете, подпишите половину тогда. Не перепись населения, а полуперепись. Не надо всех подписывать. Подпишите только часть людей, да, самых тех, которые нуждаются в продукте и которым интересен заработок, особенно сегодня, когда у многих зарплата в валютном исчислении буквально за один день упала на 30-40%, что будет дальше точно трудно сказать, но вот 30-40% падения зарплаты в валютном исчислении. Ну, может быть, люди хотят зарабатывать с нами, приглашайте их. Да? До свидания, до связи. С вами был Виктор Батаков. Удачи, удачи. И я вам сейчас еще покажу слайды. Сам я уже молчу. До встречи.